Михаил Ходорковский не собирается заниматься политикой, не намерен возвращаться в бизнес. Он хотел бы заняться общественной деятельностью, а именно помощью политическим заключенным. Об этом экс-глава ЮКОСа заявил в воскресенье на пресс-конференции в музее Берлинской стены. Он начал с того, что поблагодарил всех тех, кто способствовал его освобождению. Экс-главу немецкого МИДа Геншера, канцлера Ангелу Меркель и СМИ. Не надо воспринимать меня как символ того, что в России политзаключенных не осталось. Я прошу вас воспринимать меня как символ того, что усилия гражданского общества могут привести к освобождению даже тех людей, освобождение которых, не предполагалось никем. Ходорковский подчеркнул, что считает себя невиновным и направил президенту Путину прошение о помиловании, в котором не содержалось признание вины. По просьбе журналистов он вспомнил тот момент, с которого началось дело ЮКОСа. Тот факт, с которым любой из вас может ознакомиться, он публичный факт, это то, что 19 февраля 2003 года состоялось совещание у президента Путина, где произошел достаточно жесткий разговор. Через две недели после этого совещания в отношении сотрудников компании ЮКОС было возбуждено первое уголовное дело. Вот тот факт, который я знаю. Все остальное для меня это домыслы. Ходорковский отметил, что вернется в Россию, если Верховный суд снимет с него многомиллиардный иск по первому делу ЮКОСа. Пока у него годовая немецкая виза. До пресс-конференции он и его родители, специально прилетевшие в Берлин, посетили музей Берлинской стены.